День, когда понедельник выходной, мы начинаем с мультпарада. В 8 утра целый час белорусских мультфильмов. Ладно, ладно, рассказывай. А потом весь день парад детского кино. Ишь ты, чего захотел? Фильм о судьбе смелого мальчика Миколки и приключенческая трилогия о друзьях-пионерах, жизнь которых окутана настоящими тайнами. Может быть, лучше пойти в милицию и все рассказать? Кортик, бронзовая птица и последнее лето детства. Давай налетай! Смотрите 6 ноября на телеканале «Витебск». Что ж тут непонятного?